В школе Маркарова в Махачкале прошел спортивный фестиваль. Ребята сыграли в футбол, шахматы и дартс, приняли участие в конкурсе на лучший рисунок. Это далеко не все. О большом спортивном празднике расскажет Дан Шуго. Совсем недавно защитник команды «Тигры» Амир Кадиев вместе со своими товарищами по дружине стал обладателем почетного трофея в Геленджике. Здесь он играл со сверстниками-динамовцами и даже пробовал себя в новом амплуа. Я попробовал поиграть в нападении, потому что это для меня было новым. Мне очень понравился мой гол в этом матче, забил с правого угла. В программу спортивного фестиваля вошли не только игры по футболу среди различных возрастных групп и секций по шахматам, карате, тхэквондо и стрельбе из лука. Также прошли соревнования по дартсу и конкурсы на лучший рисунок. А вот покатать детей на воздушном шаре не получилось из-за ветра. Мы рады вас приветствовать у нас в школе. И надеемся, что сегодняшний день, который мы проводим на протяжении большого количества времени, запомнится вам по многим моментам. Я хочу пожелать вам, чтобы вы радовали своих родителей, своей первой жизни учебы. Будете ли футболистами хорошими, спортсменами, учеными. Венчало торжественное открытие мероприятия «Запуск в небо голубей, как символ мира». Дан Шугом, Рамазан Омаров, «Время новостей».